Друзья, всем привет! По просьбам трудящихся, вашему вниманию обновленный нож Манси. Называть мы его будем Атартен. Принципиальных отличий здесь немного. Увеличили длину клинка до 160 мм. Ширина 21, толщина также осталась четверка. И по рукояти. Немножко вот здесь ее сузили. То есть кому-то удобней. Вот здесь она пошире, кому-то поуже. Клинок, ручная ковка, сталь Х12МФ. Асимметричные спуски. С одной стороны спуск от обуха, с другой стороны 2/3. Нож отлично работает по дереву, строгает, рубит. В то же время у ножа шикарный рез, благодаря спуску от обуха. Рукоять карельская береза. Пропитка рукояти, масло даниш. Больстер эбонит. Вот такая вещь. Отличный рабочий нож. Ножны погружного типа. Кожа. Два подвеса, свободный и жесткий. Также кожаный шнур можно использовать еще в качестве одного подвеса. Вот такой красавец.